Друзья, всем привет. Короче, начал утепляться я уже ж полным ходом. Стекла же все повставлял. И обратил внимание, стоял, что думаю, да что оно так дует? Вот такая щель. Ну и вот эту вот дверь, бывший хозяин этого сарая сказал, заберет. Ну я говорю, до весны оставьте мне. Я пока попользуюсь, а весной буду менять и этот. Но, походу, придется менять не весною, а сейчас. Ну, не сейчас прям, я сейчас, конечно, его за 1 час не сделаю. Просто сейчас уже начну. Двери выбивать не буду. Мне надо сейчас приготовить сначала двери, сделать. С этих досок я сейчас напиляю. Так, тяп-ляп, лишь бы как-нибудь. Я думаю, получится более-менее. Доска четверка. Я думаю, такие они будут мощные. Щели позабиваю какими-то. Ну, что-то буду думать, что-то придумаю, ребят. Так что, и думаю, буду снимать вам. Вы все просите, показывай все, чем занимаюсь. Ну, я думаю, буду показывать. На данный момент, сейчас пока подсолнуха нету, но я же говорил. И я здесь кручусь. Пока не в сарае. То это. Пятое, десятое. Ну, ребят, что, давайте смотрите. А я погнал работать. Thank you.
Thank you.
Друзья, ну, короче, вот такие вот пирожочки. Вот такая дверь подсохнет. Я сверху найду какую-нибудь линолеум. Заделаю, чтобы ничего не дуло, нигде не задувало. Так, ну щели еще не какие-то, защелку сделаю. Вот эти щели, не будет их. С той стороны заделаю. Сюда резиночку приклею. И будет все четенько. Вот такая вот дверь, шикардосичная. Друзья. Так что, кому интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.